Нецелевое использование, завышение стоимости услуг и ошибки бухгалтерского учета. Общая сумма нарушений на десятки миллионов рублей. Цифры озвучили накануне в Счетной палате республики. Больше всего нареканий к Тюречинскому и Камско-Устинским районам. Руководство муниципалитетов тоже пригласили на встречу. Виноваты в основном бухгалтеры. За три отчетных года их сменилось немало. Каждый делал ошибки. Неправильно оформлял документы на расходование 50 миллионов рублей. Сейчас и недочеты исправлены. А в Тюречинском районе на республиканские деньги построили скотомогильник, но ни разу его не использовали. Похожая ситуация сложилась и с очистными сооружениями. Материалы проверки будут в обязательном порядке направлены в прокуратуру Республики Татарстан для рассмотрения на предмет наличия составов преступлений и необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Это общий порядок, что все наши акты в обязательном порядке направляются в прокуратуру Республики Татарстан.